Друзья, всем привет! Вы много писали нам в комментариях и на стримах, почему бы нам не завести кулинарную рубрику. Мы решили последовать вашему совету и завести эту самую рубрику, в которой мы будем готовить какие-то интересные блюда. И сегодня первое блюдо будет из закарпатской кухни. Вообще, видео о приготовлении кнедликов мы сняли еще в ноябре, но поскольку тогда у меня не было петлички и звук получился не очень качественным, часть видео я решил оставить исходным, а часть озвучить закадровым голосом. Так что не обессудьте. Поехали! Итак, что такое кнедлики? Кнедлики представляют собой тесто, которое готовится на пару. Они послужат основой для нашего блюда. Кнедлики мы не готовили сами, а привезли их из Мукачево. Но если кому-то интересно, как они готовятся, пишите в комментариях, и мы обязательно расскажем об этом. Для приготовления грибной подливы нам понадобятся белые грибы. Белые грибы у нас что надо? Белые грибы? И гантелы. Вот такие вот, смотрите, близнецы. На два вот этих кнедлика нам достаточно половины вот этого гигантеллы. По сути дела, ну, два средних гриба, наверное, да? Ну, да. Мы взяли свежие белые грибы, но можно использовать и сушеные. Бюджетный вариант – немного белых грибов плюс шампиньоны. Также нам понадобится сметана, мука и соль. По вкусу можете добавить петрушку, но сегодня мы обойдемся без нее. Погнали к нам свои грибы и будем готовить вкусняху. Сказать, что мы с Русланом не грибники, поэтому грибы мы не собирали, а купили. Купили в... Есть такой городок в Прикарпатье, называется Долина. Мы проезжали его и там купили у бабушки килограмм белых грибов 110 гривен. А в Киеве килограмм белых грибов 150. Экономия. Итак, нарезаем грибы. Кстати, главный секрет грибной подливы кнедликам в том, что в него не нужно добавлять лук. В данном случае он не придаст вкус, а лишь испортит его. Наливаем в кастрюлю воды чуть больше половины и загружаем туда нарезанные грибы. И сколько грибочки должны стоять? Значит, они дойдут до кипения. Мы снимаем пенку, сливаем водичку, заливаем заново холодной водой. И 35-40 минут варится. Вообще стоит отметить, что кнедлики – это блюдо чешской и словацкой кухни. Но поскольку Закарпатье находится неподалеку от границы с этими странами, то там кнедлики тоже получили большое признание. Как только грибы закипели, сливаем воду, снова заливаем их холодной водой, подсаливаем примерно треть столовой ложки и ставим на 35-40 минут на средний огонь. Грибы повторно закипели, и мы снимаем пленку. Еще раз. Через 40 минут вновь сливаем воду с грибов. Мы слили воду, вернули обратно в кастрюлю грибочки, добавили чуть-чуть воды. Сейчас будем добавлять сметану, солить и доводить наш подлив до готовности. А я тем временем уже сгонял за сметаной, потому что в доме сметаны не было. Вот она сейчас как раз пригодится. Так обычно мы и готовим. Вот, а нет, хорошо, что по дому... Хорошо, что есть муж, да? Поставив грибы на небольшой огонь, добавляем стакан сметаны, 2 ложки муки, соль по вкусу и тщательно перемешиваем. Подлив должен быть консистенции, как жидкая сметана, поэтому если у вас получается слишком густо, можете еще добавить немного воды. Вновь доводим до кипения, и наша подлива готова. Ну а теперь настало время кнедликов. Тоненько нарезаем их, красиво выкладываем на тарелку и заправляем подливой. Наше блюдо готово. Приятного аппетита! Ставьте большие пальцы вверх, если вам понравилась эта новая рубрика, и пишите, стоит ли нам продолжать знакомить вас с блюдами национальной кухни. Ждем ваших отзывов и предложений. Всем спасибо за просмотр, оставайтесь на связи. Пока! Пока-пока!